Доброго времени суток, дорогие друзья. Отбродила у меня брага на ферментах. Овсяные хлопья Геркулес. Называю ее овсянка сэр. Забродила за 3 дня. Сейчас буду перегонять. И такой нюанс использую при перегоне. Вычитал это, что так практикуют на балканских странах. В балканских странах. Правда, делают они это на улице. И что они делают? Они закрывают крышки примерно, когда нагревается до 60-70 градусов. За счет этого, во-первых, перемешиваешь, если уходят газы, что снижает в том числе и возможный брызгоунос. Плюс еще часть головных фракций уходит. Наверняка есть какие-то небольшие потери по спирту. Но так как делаю для себя, то данным моментом пренебрегаю просто. Вот так вот перемешивая, правда посильней перемешиваю, да, выпускаю, дожидаюсь 60 градусов. Лучше, конечно, это все делать на открытом, хорошем, проветриваемом помещении или там на улице, потому что запах тот еще. Но у меня сейчас мои на даче. Я тут один, буду перегонять. Вот такой нюанс. Я о нем уже рассказывал, когда перегонял на ламбике односолодовый. Ну, там большой ролик, не все смотрят большие ролики, а это такой короткий. Ну, все вроде бы. Всем пока.